Комментарий. Молодец, разложила по полочкам для армян. Грузины всегда были братским народом, но они тоже начали играть турко-азерские подлые игры. Вот непонятно, да, почему они так подло относятся к армянам, а все спускают с рук азерам. Посмотрите, армяне никогда на официальном уровне не поднимали вопрос Джавахка. Армяне никогда на государственном канале не говорили и ни на каких других каналах не говорили о Джавахке. Армяне никогда не претендовали на Джавахк. А сами жители Джавахка всегда говорят, что Джавахетия – это Грузия. И все равно грузины пишут нам гадости и про Армению, и про Джавахк, и все остальное. А азеры на государственном канале серьезно на официальном уровне обсуждают вопрос Борчалы. Азеры стяпали у них Давид Гареджи и превратили в албанскую церковь. Все равно они, грузины, пишут гадости нам, ссорятся с нами, а с ними в прекрасных отношениях еще и подкладывают свою нино под ним, под ними, подали. Удивительный народ вы, грузины. Вы вообще не знаете «Дзель лавну вата чигитек». Смотрим. Борчалинские земли, почему не в составе Азербайджана? Почему мы свои земли должны дать грузинам? Кто признает международные границы Грузии? Я всегда говорила, если бы остался Азербайджанская Демократическая Республика, то Тбилиси и Борчалы остались бы в составе Азербайджана.